28 июля наша страна отметила День крещения Руси. Сегодня это не просто церковный праздник, это день начала становления нашего государства как единого целого, объединенного общей верой, традициями и историей. С 2010 года в России этот праздник был признан на государственном уровне. Жителей Славянского района с этой памятной датой поздравил помощник благочинного Славянских церквей по образованию и катехизации иерей Максим Пьянков. В 988 году князь Владимир уже на склоне лет принял таинство крещения в греческом городе Херсонес и уже после своего крещения повелел своим ближайшим друзьям, слугам в Киеве принять таинство крещения. И уже народ, который уже жил в Киеве и в Днепре, принимает крещение. Этот праздник является сейчас государственным праздником. Почему государственным праздником? Потому что князь Владимир через крещение Руси, он воссоединил народ, воссоединил Русь святую. Через церковь святую, через православие народ стал воссоединяться. И мы сейчас, в наше время, должны как никогда быть вместе, быть единой семьей, быть единым государством, быть единой нацией и быть под нашим знаменем православия. И государство решило этот день увековечить как государственный праздник, не только церковный, но и церковно-государственный этот праздник является. Всем желаю в этот день милости Божьей, благодати, радости, и чтобы Господь всемилостивый всех благословил на многое и благое лето.